И срочная новость. В Железногорске утечка хлоросодержащего вещества хлорсилана. Обнаружили ее на территории недействующего поликремниевого завода. И сейчас на месте работают специалисты МЧС. Плюс туда же выехали экологи, чтобы сделать замеры воздуха. Превышение допустимого уровня загрязнения не зафиксировано. Как сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций, угрозы для людей нет, авария локализована. Ранее появилась информация, что якобы готовится эвакуация поселков, которые расположены рядом. И вот что нам сообщили в сельсовете Атаманова. Провели дезинфекцию и дезактивацию, и можно спокойно жить дальше. Ничего не угрожает населенным пунктам. Ну вот только что мы получили комментарий главы Железногорска Игоря Куксина по поводу утечки хлоросодержащего вещества. Давайте послушаем. Сейчас протечка локализована, и опасности не для города, для жителей города и для работников промышленной площадки горно-химического комбината не представляет. Что это за территория? Кому принадлежит все это? На сегодняшний момент эта территория находится в конкурсном управлении. Сами емкости переданы Росимуществу.